Люди привыкли, что после многообещающих речей во время избирательных кампаний новоиспеченных депутатов или других представителей власти и не сыщешь. Но Владимир Жук, который в сентябре избрался в Московскую областную думу по Лыткаринскому одномандатному округу, куда входит и Ленинский район, уверен, каждый житель должен знать своего депутата и иметь возможность к нему обратиться. Поэтому придерживается политики открытости. Так, 8 ноября в Видном состоялся его первый приемный день. Люди активно идут, записываются, и мы видим, что это востребовано. И депутат как раз нужен для того, чтобы иметь обратную связь с жителями. На каждой встрече у нас присутствует юрист, присутствует референт, для того, чтобы это все внимательным образом изучить и сразу дать правовую оценку тут же. И некоторые вопросы можно уже решить на месте. Владимир Панов пришел на прием с надеждой, что именно здесь он найдет отклик в реализации своего проекта «Счастливая семья». Для полноценной работы ему с единомышленниками не хватает отдельного помещения и информационной поддержки. Этот проект существует уже более 7 лет. Мы его воплощаем на территории нашего города, чтобы помочь молодым семьям, многодетным, пенсионерам, инвалидам в плане восстановления семейных традиций, семейных ценностей, всего того, что является основой нашего бытия. Записаться на прием можно было заранее, позвонив секретарю депутата или отправив сообщение по электронной почте. Но были и те, кто пришел без записи. Всех избирателей Владимир Жук внимательно выслушал и пообещал помочь в решении проблем, которые касались разных аспектов нашей жизни. Безработица, благоустройство, жилищные вопросы – вот самые распространенные темы. Я иду по жилью. Дочка, 30 лет стоит на очереди, и до сих пор нету. Я документы все предоставила, все. Вы дайте, что у вас какая есть собственность. Какая может быть собственность? Мать двоих детей всю жизнь воспитывала, сама работала, сама училась. И стояла на двух очередей. Очередная была очередь, и была у нас этот самый льготный. Все сняли. Такие приемы депутаты или его помощники теперь будут вести каждый второй вторник месяца с 12 до 14 в исполкоме местного отделения партии «Единая Россия» по адресу Школьная, дом 17. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.